15 апреля округ в числе других территорий переходит на цифровое вещание. Если у ямальцев есть вопросы по переходу на цифровой формат, их можно задать по телефону горячей линии МФЦ 8 800 2115. У операторов можно уточнить информацию по приобретению и компенсации затрат на приставку, задать вопросы по установке этого оборудования, по выбору антенны и другие. Специалисты обращают внимание, что если в углу экрана рядом с логотипом канала располагается буква А, то это означает, что телевизор не переключен на режим приема цифрового сигнала, либо не поддерживает данную функцию.